Как там у Конан Дойля, Ватсон? Вы верите в такие совпадения? И мы, друзья, ничего не утверждаем, а лишь наряду со многими такими же, как сами, догадами делаем предположения. Как известно, в польском городе Рзешов вдруг произошла вспышка легионеллеза. Легионеллез – это, кто не знает, такая болезнь, которую вызывает бактерия легионелла и характеризуется тяжелым поражением легких. Менее тяжелые формы носят название лихорадка Понтиак и по симптоматике напоминают ОРЗ. Само название легионеллез происходит от слова легионер, и впервые было зафиксировано в 1976 году. Тогда среди участников съезда американского легиона зафиксировали 221 случай. И это предусматривает то, что возникновение этой болезни возможно вследствие большого скопления людей и возможных условий антисанитарии. Чем, к слову, чистая и ухоженная Польша не страдает, это точно. Считается, что город Рзешов, который, к слову, находится всего по прямой в 75 километрах от украинской границы, это такая себе перевалочная база как для украинских беженцев, так и для поставок вооружения в Украину, что натолкнуло и не только нас, а специалистов на размышления на то, что а не было ли это применение биологического оружия. Еще раз напоминаем, что это пока догадки и выводы некоторых врачей-инфекционистов. На кризисном совещании в четверг городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопровода в Рзешове, которое состоится в субботу. Вы, наверное, поняли, каким способом эта болезнь также может распространяться. И вот у нас вопрос. Случай этот сейчас изучают, и если окажется, что это биологическая атака, что сделают США и НАТО? Ведь тогда это атака на члена НАТО и 5-я статья. Опять скажут, что это другое, как это было с не имеющей аналогов в мире ракетой Х-59, если мы не ошибаемся, которую нашли в той же Польше и которая спокойно пролетела почти над всей страной. Или как это было с пролетом ракет и дронов над территорией Румынии, которая также является членом НАТО. Как по нам, то это вопрос, увы, риторический. Поэтому, друзья, подписываемся на этот и на наш новый резервный канал, где нас уже больше 2000. И куда, если ничего не изменится, мы планируем через пару месяцев перенести наше незаурядное творчество. Бы напомним этому каналу, шось пороблено в плане просмотров и минус 200-300 подписчиков каждый месяц. Наверное, кто-то приложил к этому свои потные ручонки. Нас просто не видит почти все 130 тысяч наших подписчиков, о чем те нам постоянно пишут, типа куда вы пропали на год. Поэтому ставим на двух каналах палец вверх, подписку и колокол, и будет вам, как мы очень любим говорить, плюсик в карму и огромные зачетища.